Что это за хрень? Фу! Надюх, вот сейчас лучше сядь. Что такое? Смотри. Да убери эту фигню от меня. Блин, что это? Что мне делать? Ходи, прошу. Какой брать? Сейчас на дворе 21 век. Я лучше этот загуглю. У вас радужная единорожка соска. Сейчас над ней прикольнемся. Сюда иди! Пожалуйста, можно покрепче? Да, Dark Side, не важно, максимально крепче. Аромат сладкого дыма. Воды. Я тебе говорила. А, ты, Девчонки, блин, я чуть-чуть опоздала. Кальян курите? О, блин, я никогда не курила кальян. Дайте мне кальян. А вот кухарь. Зеленый кальян. А что ж мне кальян делать? Чтобы только в горле не пришли. Можно, пожалуйста, самый легкий кальян, который у вас вообще есть в кальяне? А что за курица? У вас наш шланг выпал. Перед тобой агенты ФБ. Вероника, иди ко мне, это прямой эфир. О, всем привет. Привет, ребятки, мы отдыхаем, чилим в кальянной. Можно, пожалуйста, кальян без цитрус, без вишни, без винограда, без яблок, без киви, без базнашки. Без тортика, с десертиком. Легкий, ближе к среднему, можно тяжелый. Может, вам без воды и без табака? Почему ты опять опоздала? Я тебе сегодня предупреждала, что по гороскопу я буду медлительной, поэтому ты сама в этом виновата. Ой, ты не представляешь, сегодня такие пробки были, я опоздала из-за этого. Пробки в метро? Ну да. Значит, ты опоздала, московские пробки, это просто жесть. Это как всегда, не могла в метро поехать? В смысле на метро? Где метро и где я? Это кто? Я не туда попала. Иди отсюда, покажи вам. Алло, какая у тебя квартира? Где ты? Где? Почему ты опоздала? Нет, я опоздала по причине, потому что убирала тебе подарок. Полгода я брэпи как рыбовая. Блин, почему у меня нет парня? О, нужно найти. Ему чё, 60? Чё за тупой? Не мой типаж. Кривые зубы, сутулый. Да ну нафиг, ща блеваны. Лайк мне поставил, пошел нафиг. Господи, какой стрёмный. Эх, и почему это мне до сих пор нет парня? Ах ты ж сучка! Боже мать, как ты так можешь? Тебя Бог накажет! Подожди, дай тебе тоже три раза наступлю. Извини меня. Ой, это ты меня прости, пожалуйста. Ты меня прости, пожалуйста. Да нет, ты про нет, ты. Да ты. Это да ты. Сука. Я иду по блоку с пакетами Цума. Это же мои новые кидосы. Крузер, будто крузер, появляюсь в клубе. А как ты так можешь? Сейчас мои братья подъедут, сделай папа! Я тебе сказала, будь начеку! Привет, у меня для тебя нереальное предложение, которое в корне перевернет твою жизнь. Ты хочешь стать популярной? Конечно же, да! Тогда предлагаю самую быструю, мега прикольную, качественную накрутку подписчиков. Тяжело быть звездой. Слушай, не приходи мимо, это безумно важно. Отправь это сообщение своему бате, иначе прилетит злой голубь. И получи под задник от бати за то, что ты, дура, в это поверила. Девушка, а твои родители не пираты? Нет. Тогда откуда у них такое сокровище? Ты чё не отвечаешь, хура? Хватит носить майки с открытым пупком.
Ты еще ударение неправильно ставишь, тупая ш... Ша Кардашьянам отправлю, по-любому клюнет. Мне бывший написал. Так ответь ему скорее. Ты что, тупая что ли? Есть же правило, 5 минут. Сразу не буду считать, открою через 5 минут. Ты не представляешь, я так опозорилась на нашей последней встрече с бывшим. Это Валера, мой бывший. Я прочту и не отвечу. Мне он написал. Что? Давай встретимся. Ты чё, не вздумай? Не ссы, я ему отомщу за всё былое. Что случилось? У меня взялок свой бросил. Что, что он написал? Привет, и новый номер. Плохо. Твоей подруге она симпатичная. Мне, честно, все равно на него. Блин, сейчас я живот скрутила, пойду в туалет. Так, а что это мы тут делаем? Ничего, смотрю, ищу лекарство от поноса. А шестой тип самый умный. Они не дожидаются, когда он напишет первым. Они пишут сами. Уже середина недели, а ты столько надежд возлагала и до сих пор ни хера не делала. Господи, опять ты! Да, я же воплощение всех дней. Так, сегодня четверг. Осталось выжить. Ты попробуй выживи. Это сегодня контрольная по физике. Ничего, прорвемся. Завтра же пятница. Ты что делаешь? Как что? Сегодня же пятница. Нужно тусить. Давай сваливай срочно. Это нереальная вписка. Ты тут просиживаешь. Идут на пати, и им нужен вес. У меня есть крэкспэк. Слушай, какой сегодня день недели? Я не знаю. Суббота. Слушай, принеси мне бутылку боржоми. Кто бы мне пенталгина принес? Так, пора делать уроки и пораньше лечь спать. Так мы проснулись только 22:00. Доброе утро, моя тихая сонная. Давай, тупица! Видишь, понедельник перед тобой. Тебе через 10 минут на учебу. Чего? Ты дальше 4 дня, у тебя будет максимально хреновый видок и материал. Пожалуй, ты права. Блин, сегодня только вторник. Портфель собрала? Ну вот видишь, уже прогресс. Сама встаешь. Так, сделаю себе блинчики. Какие блинчики? Сегодня вторник. Это математика, тебе нужно пораньше прийти. Блин, надоел уже эта маракуйя. Хочу папайю. Яблоко, лук, картошка. Не верю своим глазам. Это же банан. Нифига себе. Гучмен вышел. Это же тот самый блогер Гриша. Вы все мышь. Я согласна. Не читай. Девушка, разрешите с вами познакомиться. А ты точно секретарь райкома? Ну разумеется. Вы все мышь. Я оплата через Apple Pay. Слав, 4 рубля. Я взял твой. Как-то скромновато вообще. Одно дерьмо сюда забудет. Платье с красными полосками. Все девки на районе обзавидуются. Если мы с тобой живем вместе, значит вместе сядем на диету. Только фрукты и овощи. Кайф. Как же я рада, что мы теперь с тобой вместе живем, подруга. У нас с тобой будет гармония и порядок. Это твои носки. А моя что? Засунь их себе в жопу, они мои вещи. На самом деле это круто, у нас теперь общий бюджет и на все будет хватать. Ты в курсе, что нам еще за квартиру платить? Ты знаешь, я такую сумочку классную недавно купила в ЦУМе. Че? Че? Мы будем спать вместе с плечами до самого утра! Наш любимый сериал начался! Дом 2 начался, давай смотреть! Давай лучше клипы посмотрим! Отдай сюда! Ой, все равно она не видит. Можно возьму твою помаду? Да! Я расстался с тёлкой.